Несмотря на то, что прилавки аптек сегодня радуют поистине широким рядом лекарственных препаратов, неизменным во все годы остается одно – необходимость удовлетворять индивидуальные запросы потребителей. Этим и занимается персонал 173-й аптеки первой категории предприятия «Фармация», в которой наряду с реализацией лекарственных средств осуществляется их изготовление. Это позволяет удовлетворить потребности здравоохранения в лекарственных формах, не имеющих промышленных аналогов, обеспечивает индивидуальное дозирование, а также, что важно, такие препараты создаются без консервантов и других неиндифферентных добавок. Среди наших пациентов есть разные группы населения. Для старшего поколения мы чаще всего готовим мази, микстуры успокаивающие. Для людей молодого возраста мы готовим косметологические растворы и суспензии. А для маленьких пациентов мы часто готовим порошки, потому что таблетки имеют более высокую дозировку. А мы, после того, как врач пересчитал эту дозировочку на килограмм веса, растираем таблетки с наполнителем и разделяем на дозы, которые заворачиваем в бумажные капсулы. И уже родители, мамочки дают эти порошочки своим детям. В аптеке производятся препараты, уже давно полюбившиеся брещанам. Например, для самых маленьких клиентов фармацевты 173-й аптеки изготавливают капли в нос раствор протаргола, которые ничуть не уступают продуктам от других производителей. Несмотря на то, что ассортимент капель в нос очень широкий, наши капли, говорят, хорошо помогают. Подсушивают слизистую и дезинфицируются, потому что в составе протаргола содержится серебро, которое является сильным антисептиком. Следует отметить, что сама форма аптечного изготовления и контроль качества изготовленных лекарственных препаратов четко регламентированы законодательством Республики Беларусь. Эту специфическую, непростую, но очень необходимую функцию выполняют фармацевты. Люди глубоко профессиональные и преданные своему делу. Им всегда нужно быть предельно внимательными, они обязаны знать и соблюдать все правила, учитывать совместимость компонентов, четко придерживаться этапов технологического процесса, обладать знаниями о свойствах веществ и особенностях оборудования. Ведь им нельзя ошибаться. От их действий напрямую зависит здоровье человека. Это действительно сложно. Нужно быть внимательной. Нужно все высчитывать правильно, нигде не ошибиться. Хоть и аналитик потом проверяет нашу работу, но все же нужно не допустить ошибку на начальном этапе. Все люди, к сожалению, болеют, все пациенты разные, и врач индивидуально подбирает дозировочку и состав под каждого пациента. А мы уже изготавливаем эти препараты под прописи. У многих людей аллергия на наполнители, на стабилизаторы. У нас все готовится без наполнителей, без стабилизаторов, поэтому срок годности у нас значительно меньше. Сегодня изготовление препаратов по рецептам врачей – одна из составляющих в деле лекарственного обеспечения населения страны. Сколько бы ни создавалось новых крупных производств, заводов, сколько бы ни было лекарственных брендов, труд фармацевтов не обесценится и всегда будет нужен, потому как все люди совершенно индивидуальны, болезни и лечение у всех отличаются. Ко всем в той или иной ситуации нужен особый подход.